Владимир Борисович Белевич, «Круильные работы», профессионально-техническое образование. Одобрено ученым советом Государственного комитета СССР по профессиональному техническому образованию в качестве учебника для средних профессионально-технических училищ. В книге даны сведения о типах крыш и кровель, их конструкциях, освещены вопросы организации кровельных работ на строительной площадке. Приведено описание подготовки оснований под кровли, устройстве кровель из рулонных, в том числе из наплавляемых и полимерных, пленочных, мастичных и штучных материалов. С применением машин, механизмов и приспособлений. Рассказано о ремонте различных типов кровель, а также о технике безопасности и противопожарных мероприятиях при производстве кровельных работ. Учебник может быть использован для профессионального обучения рабочих на производстве. Заготовка лежачих и стоячих фальцев. Параграф 30. Для рядового покрытия скатов крыши, карнизных свесов, на стенах желобов, разжелобков и так далее заготавливают картины. Картина – это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Обычно их делают составными из двух листов, реже одинарными, для добавок в рядовых полосах. Кровельная листовая сталь для заготовки картин или звеньев водосточных труб должна иметь ровные плоскости. Все углы должны быть прямыми. Заготовку фальцевых соединений кровельщик выполняет на верстаке, щит которого окантован с одной или двух сторон угловой сталью. Фальцевые соединения по внешнему виду делятся на лежачие, рисунок 122АГ, и стоячие, рисунок 122ДИ. А по степени уплотнения на одинарные и двойные. Размеры фальцев даны для листов толщиной 0,45–0,7 мм. Для более толстых листов отгибы увеличиваются на 20%. Одинарный лежачий фальц, рисунок 123, выполняет следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, его придерживают левой рукой. Вначале на углах листа по риске делают киянкой два маячных отгиба. Рисунок 123А. Для чего риску смещают с ребром уголка на верстаке. Затем по риске отгибают всю кромку. Рисунок 123Б. Переворачивают лист и отогнутую кромку сваливают на плоскость. Рисунок 123ВД. Таким же образом заготавливают кромки и на втором листе. После этого листы соединяют в замок
рисунок 123D и уплотняют киянкой. Чтобы фальц не раздвигался, его подсекают металлической планкой и молотком. Рисунок 123Е. Двойной лежачий фальц формируется следующим образом. Первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного фальца. Заготовленную кромку затем отгибают вниз на 90 градусов. Лист переворачивают на верстаке, отогнутой кромкой вверх. И фальц сваливают на плоскость. Также приготовляют второй лист. Подготовленные кромки листов вдвигают одну в другую, после чего фальц уплотняют киянкой. Подсекают фальц с помощью планки и молотка. Рисунок 123Е. Отбортовку кромок в листах, соединенных стоячими фальцами, выполняют по размеру, приведенному на рисунке 122. Одинарными лежачими фальцами соединяют картины рядового покрытия в поперечном направлении по отношению к стоку воды. Двойными – картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков. А на монументальных зданиях и рядовые покрытия, в том числе, в том же направлении. Одинарные стоячие фальцы пользуются для соединения рядовых полос продольным направлением вдоль стока воды, двойными для тех же целей на крышах монументальных зданий. Параграф 31. Угловые фальцевые соединения. Угловые фальцевые соединения используют при выполнении таких деталей кровли, как колпаки и зонты для дымовых труб, а также при изготовлении хозяйственного инвентаря. Соединение двух листов простым угловым фальцем начинаются отгибы в них кромок на 90 градусов. Рисунок 124А. Причем одну из них укладывают на плоскость листа. Рисунок 124Б. Затем, положив на верстак, лист, отогнутый кверху кромкой, вводят ее в щель, образуемую отворотом кромки другого листа. Рисунок 124В. После уплотнения полученный гребень сваливает на плоскость первого листа. Рисунок 124Г. Для соединения двух листов комбинированным угловым фальцем сдвинутую с верстака кромку, рисунок 124Д, отгибают на 30 градусов и делают в ней надлом, рисунок 124Е. Затем, перевернув на верстаке лист, полученный надлом, сваливают на плоскость, рисунок 124G, и перегибают кромку, образуя двойной лежачий отгиб, рисунок 124Z. После этого лист двойным отгибом устанавливают на верстак, рисунок 124E, и в щель второго отгиба заводят предварительно отогнутую кромку другого листа. В заключение вертикальную кромку на отгибе первого листа сваливают на плоскость второго и уплотняют с двух сторон на металлической поддержке. Ширина кромок в листах, соединяемых угловыми фальцами, зависит от толщины листов. Для простых угловых соединений достаточно 5-6 мм, а для более сложных ширину кромок принимают 14-16 мм. Последовательность операции при устройстве двойного углового фальца разберем на примере вставки днища в прямоугольную коробку. К днищу по размерам коробки причерчивают кромки на образование фальцев и обрезают уголки. После этого по пунктирным линиям днища отгибают все кромки в одном направлении на кромках, делают во внешние стороны узкие отгибы. Затем углы коробки надрезают и вставляют в нее днище. Отвороты днища сваливают на боковые стороны коробки, пользуясь при этом киянкой и металлическим упором. Далее коробку укладывают на верстак, и все свешивающиеся кромки одинарного фальца последовательно выравнивают и перегибают на 90 градусов. В заключение кромки сваливают на боковые стенки коробки и уплотняют. При изготовлении различных крольных элементов, а также хозяйственного инвентаря, крольщику приходится соединять детали не только
угловыми прямолинейными, но и криволинейными фальцами. Криволинейным фальцем соединяют круглые и срезанные под углом патрубки. Конструкция криволинейного фальца та же, что и прямого. Дополнительная операция при криволинейном фальцевом сочленении является отбортовка. Заключается она в расширении отгибаемой кромки за счет утонения ее толщины. Изготовление криволинейных фальцевых сочленений называют фальцовкой. Параграф 32. Разметка. Изготовление и выкатка заготовок. Изготовление шаблона. Если изготавливают на одну или две детали, то их делают по чертежу. Для экономии времени одинаковые детали в большом количестве изготавливают по шаблону, который также выполняют по чертежу. Например, требуется изготовить шаблон для коленно-водосточной трубы. Рисунок 125А с размером AHD. Колено соединяется с другим раструбом по косому срезу. На листе строят прямоугольник, рисунок 125B, высотой H и длиной D, умноженное на 3,14. Затем на расстоянии A от нижнего основания параллельно ему проводят вспомогательную линию 1B и образующий прямоугольник делят пополам, опустив из точки 5 перпендикуляр. Отрезок 1,5 делят на 4 равные части и из точек деления устанавливают перпендикуляры. Затем соединяют точку 5 с точкой 1'. Пересечение линии 5'1' с 3'3 отмечают точкой 3'. Отрезок 2'2 на линии 2'1'2 делают пополам, отмечая место пересечения точкой 7. А отрезок 4'4'2 на линии 4'1'4 также делят пополам, отмечая новое пересечение точкой 8. Точки 1'7, 3'2'8, 5 соединяют плавной кривой поликал. Таким же образом строят аналогичную кривую на правой половине прямоугольника. Затем делают припуски на фальцевые отгибы. С помощью палочного шаблона кровельщик вырезает нужное число заготовок.